Смотри, купил арахис. Как полегче стало. Немножко. Я еще не ем. Время 3. А не завтракаем, что. Тяжело. Ой. Ну что, сегодня даже не снимаю, что я купил. Похаваем немножко вот этого арахиса. Все, я в помещении. Бля, как хорошо. Стиль. Такая подсобочка. На хлеб. Сюда водичку кладу. А вот фрикадельки. Ну что ж, продолжим. Вот что хуйня-то, наверное. Хуяна тут стоит. Это для воды, нагревателя. Вон моя гитара. Блять, испачкался, делал. Брил чувака, испачкался. Хуй знает, откуда хуйня у меня вот эта в голове. Прям. Как тревога, что ли? Ничего, скоро домой поеду. На пару дней. Еще с 1 по 5 я буду дома. Салон не работает. Но если нет. Много арахиса съел. Сегодня хотел подстричься. Потом забил. Не знаю. Как-то опухают быстро. Сейчас буду готовить роллтон. Разъеб. Это я этим стригу. Ну что, в общем, есть действенный способ успокоиться, это подышать, закрыть глаза, потереть ладони. Блять, мне помогло. Звучит как хуйня какая-то, но мне помогло. Потому что, блять, я был на ебучем взводе, заебало нахуй так. Почему вот постоянно грустный, спрашиваете? Ну потому что, ну пиздец, ну просто пиздец. Говорила мне мама, учись в школе, нахуй. Баба, блядь, программист. Нет, блядь. Не, ну сама профессия-то нравится. Ты просто, блядь, вот. Кто этим всем... Я охуеваю, блядь. А профессия нравится, так классно. Ничего. Просто вот... Тяжело, блядь, порой. Thank you.
водички немножко. Стиль. Такая подсобочка. На вечер, кстати, тоже есть запись. Ну, это хорошо, это, бля, удивительно. Не как обычно. Подстригу. Хоть что-то нормальное. Не смотреть на эти стены, бля. Сервис, высочайший сервис. И глаза не будет пить. Так, сейчас я открою. Ладно, не будем о хуйне какой-то. А сейчас я открою, значит, банку фрикаделек и покушаю. С вашего позволения, господа. Ну, под вечер я поиграл на гитаре, как бы подстриг ребят, позитивные чуваки у меня были. Получше стало. Ну, это просто от отчаяния. Там посмотрел всякие видосы по психологии. От отчаяния, от безвыхода. Ну, ты... Ну, когда вся сфера через очко... Ну, прям пиздец. Все через жопу, на лохотроне, кого-то наебать, еще что-то, блядь. Ну, пиздец. Становится, конечно, грустно. Бля, а когда задумаешься, что там за МКАДом творится, ебать, вообще хуеваешь. Бля, хочется купить квартиру очень. И хуярить. Ну, это, наверное, одна из поводов, что я, почему я так экономно ем там. Скромно. Я очень хочу купить квартиру когда-нибудь, блядь, хуй знает. Через 10 лет. Ну и бизнес свой. Фондик маленький. Чтобы я мог путешествовать. Вчера смотрел Японию, как мне понравилось, блядь, как друг. Аж пробило до глубины души. Как будто другая жизнь, как красиво, классно. Понятно, что изнутри там еще своя кухня, еще что-то. Ну, охуеваешь порой. Это я еще типа нихуево тут так устроился. Понимаете? Я уж не понимаю. Я уж молчу, если вот вообще в очко. Ну, хоть бы я полегчал. Просто я сам охуел от такого внутреннего состояния, что, блядь, ебать, это первый день. Я просто, блядь, вот так вот как будто выжат. Ну, сейчас нормально. На этой неделе у меня, кстати, будут выходные. Это на следующей не будет. Типа праздничные. А потом с 1 по 5 выходные не работать. Блядь, только заживал палец, чтобы играть. Вот «Звезда по имени Солнце», там. С боем, такой, с заглушкой, знаете, через большой палец. Бля, только заживал, видно, я содрал его. Вот. Буду ждать. Зашло мне стримить эту GTA-шку, классно, понравилось. Ну, я сам посмотрел контент, который, да, я снял. Блин, очень приятно, прикольно. Интересно, видно, это то, что нужно. Даже если что-то там будет, там, серваком или какие-то разногласия с РП, ну, как бы просто найду еще что-нибудь на край. Ну, не хочу думать об этом, о плохом. Просто играю, все. Не думаю там о подписчиках, об этом все. Просто главное, что живенько, контент живенький. Есть что выложить, видосики там. Шорцев прикольно, ну, типа... Маловато, к сожалению, надо что-нибудь сделать акцент на шортах. Шорты хорошо раскачивают, ютубчик. А так смотрю влоги. Лайков мало, пиздец. А так влоги смотрят, все равно привет. Не знаю, ребят, буду продолжать снимать. Может, куда-нибудь съезжу потом. Да, в тот же Питер. Да жалко, блядь, 10-13 тысяч, лучше гитару купить. 10-13 тысяч отдать за этот Питер за 2 дня. Нахуй надо. Ну, типа, жилье, поездка. 10-13 тысяч точно уйдет. А они нелегко достаются.
хуяришь, хуяришь, потом так вот 10-13 тысяч. Понятно, на что ты это проебешь, сам того не подозреваю. Но очень здорово, что, кстати, эти флешки распродались. Чуть-чуть осталось их совсем. Я думал, я встрял. Нормально, карта видеозахвата и все продал. Классно. Хоть какой-то этот дополнительный заработок. Вот те, что я в этот аркейдж обоссанный потратил. Оправдалось. Нормально. Сейчас стараюсь ничего не покупать. Надо найти кроссовки, у меня там есть Nike. А, блядь, никак не найду их. А тоже кроссовки разъебались немножко. Что сказать вам? Спасибо, что смотрите в любом случае. За поддержку. Блин, смотрел квартиру тут недалеко. Классная есть. Классная. Ничего, со временем будет что вспомнить. Посмотрю этот видос с позитивом. Как те, как в том году или там это. В каком? 21-м году. Тоже я грустил. Я вообще какой-то такой, когда на видосах посмотришь, как будто пизда страдаются. Хотя я стараюсь вообще позитивным быть. Не знаю, почему так. Ну, часто грустный. Может, задумчивый, может, грустный. Я не знаю. Бля, и как круто. Я могу играть на гитаре, стримить. У меня есть какие-то небольшие сбережения. С одной стороны. Ничего, когда-нибудь я научусь классно играть. Съезжу в Японию. В Нью-Йорке поживу. Сделаю фондик. Куплю парочку квартирок. Первая будет у меня в творческой студии, где я буду сидеть, стримить. И когда-нибудь у меня будет 10 тысяч подписчиков на Ютубе и 10 тысяч подписчиков на Твиче. Маленький, минутка мечтаний. Показалось, что гриб вылетел. Но нет. Thank you.
Здесь кто-нибудь есть? Все, ребят, все, иду. 21:45, съебался я. Нормуль. Ничего даже не просил раньше. Никакой вот этой хуйни. Просто, бля, взял. Подождал. Сидел с телефончиком. Время 21:45. И все. Сейчас видел, какой-то гелик вписался в сугроб. Так нормально, чивы мне дал последний. Крутой чувак. Добрый такой. Фух. Слякоть, бля. Слякотка. Слякоть, конечно. Жесткая. Видите? Утром было поприкольней. Надеюсь, не будет лютого мороза. Даже интересно. Мне как-то полегчало. Да, бля. Просто у нас просто нихуя не делают. Ну пиздец. Развалится, ёпта, играют в фифу. Управленец там. Станислав, бля. Сука, сервис. Ну он посмотрит, наверное. Покушает этот контент. Да, один хуй никто не поймет, нихуя. Пизду. Там в одно влетает, другое влетает. Вообще похуй. Чуваки ж крутые, бля. Хули. Хули им. Ладно. На этом буду закругляться. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сейчас увидимся на Твиче. Спасибо всем за долгий просмотр данного кино. Контента. Было здорово, мне приятно. Заебись. Давайте. Не прощаемся, скоро увидимся. Фух. Решил немножко дополнить, как вхожу уже домой. Дополнить контент. Вот они. Кадры. Перед следующим выпуском. Давайте до следующего выпуска. Обязательно лайк.